Новаторы, идейные вдохновители, лидеры, активисты, личности с оригинальным, а порой радикальным мышлением. Сегодня в большом зрительном зале кинотеатра «Беларусь» они объединились, чтобы подвести итоги уходящего года и наградить лучшие общественные объединения и организации, которые на протяжении года реализовывали молодежные проекты и инициативы. Более 100 проведенных за 2018 год мероприятий. Практически больше 50% именно в союзе с Белорусским республиканским союзом молодежи. И непосредственно самые масштабные мероприятия были, конечно, с БРСМ организованы и проведены. Очень насыщенный год, очень много мероприятий прошло. Действительно, совместно с отделом по делам молодежи мы провели областные мероприятия, такие как Прибужье, такие как Властелин села, такие как областные соревнования по лазертагу и многие другие. То есть их на самом деле не пересчесть. Вот. У нас в этом году прошло очень много мероприятий, посвященных столетию комсомола, что тоже немаловажно. Была встреча с президентом Белорусской республиканской союз молодежи, отмечена в итогах года молодежной политики в Брестской области, то, что нас отмечают и органы власти, нашу работу. И хочется сказать, что очень многие другие общественные организации неплохо потрудились в этом году. Мы намерены с ними сотрудничать. В Брестской области сегодня насчитывается более 20 молодежных общественных организаций, которые включены в областной реестр молодежных общественных объединений. Также многие государственные учреждения активно принимают участие в реализации государственной молодежной политики. Мне кажется, что у БРСМ очень большие перспективы, потому что там работают настоящие талантливые энтузиасты, которые верят в дело, которому они, собственно, отдают свой досуг и свою молодость, свои силы, свою энергию. Поэтому я желаю успехов не только нашим Белорусскому республиканскому союзу молодежи, нашим областному и районным комитетам, но и всем тем, кто сегодня наряду с этой организацией тоже занимается этим замечательным делом. Военно-историческая реконструкция 22 июня, Брестская крепость, международный байк-фестиваль «Брест-2018», фестиваль особых театров «Непротоптанный шлях». Совместных инициатив очень много, но каждый раз внедряются и новые проекты, к примеру, «Брест-Джип-фест». Этот фестиваль можно назвать своеобразным брендом Бреста. В номинации «Массовое молодежное движение» победу одержало общественное объединение «Внедорожный клуб «Цитадель». Они нам помогают в наших делах, подтягивают молодежь к нашему активному образу жизни. Мы занимаемся внедорожным спортом. Они объединяют всех, всю молодежь, все движение вот это молодежи. Отличилась и творческая команда телекомпании «Бук ТВ» за активное и плодотворное сотрудничество, регулярное освещение самых важных проектов, почетной грамотой и особым знаком Главного управления идеологической работы по делам молодежи была награждена редакция информационных программ «Бук ТВ» за вклад в реализацию государственной молодежной политики. В 2018 году в различных номинациях были награждены десятки молодых брестчан и жителей области.